что такое? Плавучий дом отдыха? Тебе что, делать нечего? Нечего. Заготовок нет. Анекдот слушать мне надоело. Детектив читать тоже. Вот, полюбуйтесь, товарищ главный инженер. Цирк на работе устраивает. Спит за государственный счет. Ты деталь выточил? Выточил. Почему следующую не начинаешь? А заготовок нет. Начальника кузнечного цеха сюда. Выговор и лишить премии. А я тут при чем? У меня молот не работает. Почему? Ремонтики не могут наладить. Начальника ремонтного цеха ко мне. Вы почему наладить не можете? Так реле на складе нет. Начальник отдела снабжения сюда. А у нас это... заявок не было. А запас кончился. Выговор обоим и лишить премии. Лодыри. Ну а тебе, если делать нечего, раз предложение подай. А я уже 3 подал. И никакого ответа. Начальника бриза сюда. Понимаете, мы там стенд оформляем. Да, вот. Все оформили, еще место есть. Да, еще есть. Вот на нем и повесите мой приказ. Так. Выговор. И лишить премии. Ну а мне-то что делать? Да иди ты. Так вот это вы не меня. Вы знаете, вы их пошлите. Да куда их пошлешь? Я бы сказал, куда. Да вслух. Неудобно. Дефицит всегда выглядит одинаково. Это длинные хвосты у магазинов, это возмущенные лица покупателей, это пустые контейнеры. Но, может быть, вот эта очередь возникла случайно и скоро рассосется? Нет, вот уже на протяжении многих лет около магазина постоянно наблюдается большая очередь. Последние годы люди записываются даже ночью и стоят. Мы, как работники торговли, считаем, что промышленность надо выпускать больше этого нужного товара, без которого не может обойтись ни одна семья. На этот раз этим нужным товаром, превратившимся в дефицит, оказались обои. Я приехал с Узбекистана. Ну, обоев там нет, очень тяжело достать. Выбрасывают периодически, но практически невозможно достать. Второй день сюда хожу. Вчера очередь была 330-я, сегодня немножко поближе, вот 130-я. Думаю, получу. Надежда есть. Покупатели еще не растеряли оптимизма. А вот представитель Министерства торговли СССР, товарищ Жуков, настроен более скептически. Без ввода новых мощностей проблема обеспечения населения обоями не будет решена. Но ведь по постановлению правительства о развитии в 1976-1980 годах производства товаров массового спроса, Минбумпром СССР был обязан пустить в 1979 году комбинат в Ясной Поляне, которому под силу решить проблему обоев. Мы отправились на этот комбинат и встретились там с представителями Минбумпрома. Сейчас не хватает в стране в пределах, очевидно, 80-100 миллионов условных кусков обоев в год. Ну и сколько же миллионов кусков дал покупателям ваш комбинат? Мы пока не дали ни одного куска. Вот это да, вот это производительность. Но, пройдя по комбинату, мы поняли, почему миллионы кусков так и остались условными. Позарастали стежки-дорожки на территории и в цехах. Заржавело оборудование, купленное на валюту и завезенное сюда еще 5 лет назад. Заждались строители и брошенные фундаменты. А сами строители работали из рук вон плохо и не выполнили ни одного своего обязательства. Я не понимаю, насчет каких обязательств идете речь. Если вы говорите о плане, значит, пуска, там, значит, это, значит, цеха, то мы говорим, в этом году не будет пущен цех. Вот уже 7 лет строим, но конца стройки, конечно, не видать. Нам кажется, что не украшают Минпромстрой СССР, который занимается этим строительством, такие циничные заявления.
Постановление правительства надо выполнять. А пока заинтересованные министерства обмениваются бумажками, очередь за обоями растет. Фиолетовые номера на руках не стираются. И на фоне пустых стендов и контейнеров ухищрения и советы дизайнеров выглядят просто издевательски. Не менее нелепы в сегодняшней ситуации и художественные советы, утверждающие рисунки обоев, и выставки новых образцов. Я хочу у вас спросить, а поможет ли этот киноаппарат увеличить выпуск обоев, чтобы удовлетворить всю эту публику? Мы решили в ответ на этот вопрос создать с помощью кинокамеры специальные обои. Может быть, в стенах с такими обоями работники Минбумпром СССР, которые в первую очередь в ответе за эту проблему, и остальные виновники этого дефицита почувствуют себя неуютно. Я инспектор по лечебным заведениям. Будем проверять вашу здравницу. Отдых, питание по горячим следам. В разгар сезона. Ну что ж, очень приятно, очень приятно. А это люди ваши? Люди мои. Они тоже будут проверять. Знаете ли, трудновато... Не понял. Но устроим. Гриша, может, сначала обрушимся на кухню, а потом ударим по палатам. Так, проверяем. 24 июля. Закуски раз. Первые блюда два. Вторые блюда три. Десерт четыре. Каждому дегустатору по комплекту. Боритесь за доведение нормы питания отдыхающих. Быстренько. Так, проверили. Теперь водно-оздоровительный комплекс. Пожалуйста, в любое время. Проверяем плавсредство в разгар сезона. 3 августа. Выталкиваемость среды, раскачиваемость, намокаемость. Ой! Проверяющая Балашова, не перевернитесь. Выныриваемость. Пап, может, танцплощадку поднять по документам и лично? Хорошая мысль. Зафиксируйте, проверим. Пожалуйста, хоть сейчас. В нашем деле торопляемость рождает ошибаемость. Проверяем. 12 августа. Звучность аппаратуры, крепость ограждения, ямистость асфальта. Пап, я хочу проверить. Ты что, потерпеть не можешь? Потерпи, потерпи. Ну, пап, я же хочу проверить мороженое. Ты вспотел и простудишься. Ну, пап, я еще чуть-чуть проверю мороженое. Только тщательно и недолго. Кокарелла? Дурацкие двери. Образцы не забыли? Даем. Жаль, что так рано улетаете. Может, еще что-нибудь проверите? В будущем году мы нагрянем внезапно. 24 июля в 16:30... Рейс 1596. Я так хочу, чтобы лето не качало, чтобы оно за